на каждом шагу можно что-то купить, что-то перекусить. Поэтому нужно здесь как-то бороться, чтобы ко мне шли люди. Я очень быстро готовлю, вкусно и опрятно. В таком темпе, как я работаю, испачкаться несложно. Соусы при тряске попадают на карту, бывает. Такие пятна потом, конечно, засыхают. Раньше моим порошком было очень трудно отстирать. И одежду мне приходилось кипятить. На двери я не кипячу. С Ариэлем я просто стираю. Благодаря специальным добавкам Ариэль помогает избежать дополнительных способов отстирывания. Поэтому без лишних усилий Ариэль отстирывает даже самые трудновыводимые пятна, с которыми обычные порошки могут не справиться. Сейчас все фарточки у меня после стирки, они белоснежные, поэтому у меня больше посетителей, чем у других. Если вы хотите, чтобы ваша одежда выглядела безупречно, выбирайте Ариэль. Добрый день. Чем я могу? Печенье. Твикс. Две палочки хрустящего печенья, густая карамель и молочный шоколад. Сделай паузу. Скушай Твикс. Арсикола. Кто не знает, тот отдыхает. Здорово, братцы! Айда на перегонки! Вы что, каши мало ели? Кашу едим. И котлеты. А толку? А мне с хозяином повезло. Мне настоящую собачью еду дают. Чаппи. Сбалансированный корм из мяса, злаков, кальция и уникального набора жиров и витаминов. Это все, что нужно вашей собаке. Будьте здоровы! Чаппи. 5 слагаемых для долгой активной жизни. Колготки Starway. Вы не пройдете незамеченной. Он много говорил, и во всех его жестах, и в разговоре сквозило какое-то отчаяние. Отчаяние человека, который достиг таких высот власти, когда уже идти некуда. Программа Эдварда Радзинского «Предсказания Сталина» 11, 12 и 13 ноября на ОРТ. Пять лет исполнилось с того дня, когда первый выпуск нашей передачи вышел в эфир. За все эти годы число печальных героев нашей передачи не убавилось, а наоборот. Ролан Быков. Конечно, нам в голову не могло прийти, что наступит минута, когда он сам станет героем очередной нашей передачи. Просто кончилась жизнь. Не кончились ни силы, ни талант, ни перспективы. Жизнь кончилась. Ролан Быков в программе Леонида Филатова «Чтобы помнили». 12 ноября на ОРТ.